Полный аншлаг. Билеты на церемонию открытия 5-х всемирных игр кочевников распроданы. В дирекции игр сообщили, что на данный момент продано более 10 тысяч билетов на различные спортивные мероприятия игр кочевников. Как проходит подготовка к одному из грандиозных событий этого года, расскажет Асимжан Жузбаева. До всемирных игр кочевников осталось всего 10 дней. В целом ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников и будут разыграны 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Общая сумма призовых составит 253 миллиона тенге. На проведение игр именно оперативные расходы составляют 5,7 миллиардов тенге. Объекты наши все практически готовы. Мы уже на объектах монтируем наши именно спортивные инвентари. Это тренируются наши спортсмены, вот в том числе это ипподром Казанат. Сюда уже зашли наша сборная по кукпару. Из 200 спортсменов национальной сборной шестеро будут бороться за золото в аудерспаке. По словам тренера, по этому виду спорта наши атлеты тренируются на площадке, где будут проходить всемирные игры кочевников уже неделю. Скажем так, таким образом привыкают к местной почве. Подготовкой наших парней и лошадей на высоком уровне. У нас было 5 тренировочных сборов с марта. Сейчас проводятся 6. После 5 сборов был проведен отбор по 6 весовым категориям. Также у нас специально подготовленные для аудерспака лошади. К примеру, эту тренировали в Мерке в Жамбылской области. 5-е всемирные игры кочевников пройдут с 8 по 13 сентября. И Астана готовится встретить своих гостей во всей красе. Предполагается, что игры привлекут около 100 тысяч туристов в столицу, а участники и гости будут размещены в 20 столичных гостиницах. Асимжан Жузбаева, Данияр Омар, Ботагөз Кайырбекова, телеканал Алматы, Астана.